Сегодня Билл Гейтс вернулся на первую строчку списка богатейших людей планеты. По данным индекса миллиардеров, который ежегодно обновляет агентство Bloomberg, по состоянию на 16 вечера по времени восточного побережья Америки, состояние создателя компании Microsoft составляет 72 миллиарда 700 миллионов долларов. Это всего лишь на 550 миллионов больше, чем лежит на счетах мексиканского телекоммуникационного магната Карлоса Слима. Только в этом году состояние Гейтса увеличилось на 10 миллиардов, во многом благодаря тому, что акции Microsoft выросли в цене на 28%. Тем временем Карлос Слим обеднел на 2 миллиарда из-за антимонопольных законов, принятых мексиканским конгрессом. Интересно, что пресс-служба Гейтса сегодня отказалась комментировать новый индекс миллиардеров.